Как известно, одним из значимых направлений поддержки многодетных семей Верхневолжья является предоставление регионального материнского семейного капитала. Подтверждение права на мат-капитал теперь можно будет получить в беззаявительном порядке при выдаче удостоверения многодетной семьи. Для этого нужно написать заявление. Для реализации мат-капитала по-прежнему необходимо подавать заявление и документы, подтверждающие расходы. Напомним, согласно изменениям, принятым в Тверской области в апреле 2024 года, региональный мат-капитал теперь предоставляется на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного начиная с 1 января 2023 года. Его размер на детей, рожденных в 2023 году, составляет 76 893 рубля. В 2024 году 82 737 рублей. Средства можно потратить на погашение ипотечного кредита, взятого на строительство или покупку жилья, на обеспечение коммуникациями жилых помещений, оплату обучения ребенка, покупку мебели, бытовой техники, приобретение автомобиля или сельскохозяйственной техники. Отметим, что к концу 2024 года планируется исключить двойной дублирующий документооборот и полностью перейти в электронный вид предоставления необходимых свидетельств и справок. Сегодня, ну, как и при любом процессе организации, существует, к сожалению, задвоение процессов электронного документооборота, бумажного документооборота. Мы видим, что большие затраты, иногда по бумагам даже это быстрее сделать, оказать услугу, что-то выписать, чем получить там цифровую какую-то услугу. Поэтому задача цифровизации до конца года, так сказать, устранить вот это вот дублирование и волокиту в получении всех электронных сервисов.